Так, итак, мы вернулись, перезагрузка сервера, походу, прошла удачно у них. Все запустилось, все работает. Итак, продолжаем наш стрим. Продолжаем проходить квесты. Так, сейчас ищем. Сейчас проходим квест, неизвестно какой. Неизвестно, что делаем. Так, нам нужно еще вернуться будет. Так, тут какая-то девонька бегает. В латах. Так, мне нужен тайник. Куст мяты нет, нам не нужен. Вот он, тренировочный тайник. Собираем. Да, собираем тайничок. Так вот, продолжим общаться. Как можно выманить денежки? Так, еще один тайник. За яйцом, ага, прикольно. Найди, называется его. Да что такое? Придется яйцо мочить. Не, мы его никогда не убьем. Не придется убить. Вот. Деньги можно выбивать по-разному. Вот именно нужно подгадать, что выяснить нужно людям. Я смотрел передачу вот недавно по Discovery. Там специалисты Гугла тестируют свой... как же его называют-то? Муха. Пиши. Как же называется-то? Поисковик. Вот, и они дали просто людям сесть и просто попользоваться в поисковике. Что-нибудь поискать, что им интересно, там, не знаю, порнуху поискать. Вот, и потом наблюдали, как люди что ищут, куда нажимают, какие кнопочки, и что людям не нравится, что нравится, что бы они хотели там видеть. Вот, типа, проводили такое вот исследование. Вот, почему бы не провести исследование вот, по играм, соответственно, то есть... Тут люди бегают, что им надо, что не надо, спросить у людей просто. Вот, и, соответственно, никто не спрашивает. То есть разработчикам это не нужно ничего. Им делают то, что задумали, и все, им до пизды вообще на всех и на все. Что-то им заморачиваться с чем-то. Зачем? Когда можно сделать клон, очередной клон какой-нибудь игрушки, и все, и получать за это деньги. Ничего не делает, да и все. А и платить-то будут, а линий много всяких. Вот если, например, они сделают игрушку, а все положат хуй и скажут, нет, чуваки, извините, да, игра пиздата, но платить мы вам ни за что не будем, потому что нету того, от чего стоило платить бы. Вот как в прошлом стриме мы обсуждали, даже позапрошлом стриме, что, ну что тут будет, Макс, ГВ сделают, неизвестно еще какое ГВ. Прокачайся ты, оденешься, эквип там пиздато себе, карт-хауса там понакупишь за бабки, не знаю, выбьешь. И все. Что, а дальше-то что делать? Дальше ничего не делать. Просто сидеть так, и все. А для этого стоит покупать деньги, что-то делать. Никто не будет с этим заморачиваться. Я больше чем уверен. Если будут, то только либо задроты, либо у кого денег дохуя. То есть нужно именно вот подманить людей, чтобы платили. Вот я, как я в прошлом стриме говорил, я бы платил, вот лично я бы платил бы за функцию, как в Battlefield, просматривать свою статистику. Тупо за статистику, за эти циферки, буковки, сколько я убил жуж, сколько я чего убил, что я сделал там. Блин, это было прикольно на самом деле. Например, хвастаться, вот я убил там столько-то жуж, миллион жуж, и я прокачался до 100 уровня. И там, не знаю, потом бонусы какие-нибудь давать, там, ачи вот за это дело, все. За такую пиздатую статистику. Вот за это бы стоило платить. Так, дальше. Квесты. Рыбный день. Наживка. Отлично. Посмотрим. Тогда понятно. Общение с ней не самое приятное дело. Строгая женщина новобенцев гоняет похлеще, чем их наставники. Вот только не успевая собрать посылку для Элизы. Какой-то зверь забрался в погреб и уничтожает всю наживку. Вот и приходится мне из-за наживы охотиться и спасти. Снасти готовить и рыбу готовить. Слушай, может поможешь мне? Вдвоем точно быстрее управимся, раз это дело срочное. Я рыбу ловлю на толстых гусениц, которые живут во всяких деревяшках. А, мы гусениц продали, черт. Деревяшках да пеньках. Понеси 10-10-1,5, этого хватит. Окей, чувак, понесем тебя 1,5-10, черт, а мы их продали. Вот видите, я говорю, тут все нужно для квестов. Где мы их продавали-то? А, не продали, вот они, гусеницы. Отлично. Вот это мы заебись. Подгадали. Запоминайте. Кстати, квесты на сайте, не знаю, буду я делать, не буду. Возможно, будет, ну, не сразу все квесты сделаем. Сначала нужно сайт доделать. Так, дырявые сети, квест, отлично. Открою тебе один рыбацкий секрет. Лучшие сети получаются из паутины лесных пауков. Дешево и сердито. Как говорится,
как говорится. Ну, я так читаю, конечно. А главное, рыба хорошо в такие сети идет. Именно такими я использую, я и пользуюсь. Да вот беда, они мне не особо прочные. Они не особо прочные. Постоянно чинить приходится. А может, поможешь мне, а? Слышь, чувак, поможешь тебе. Бабки, и все будет окей. Нужно брать немного паутины. Из паутин сети делают. Хотя, нитки же делают. Ну, не совсем из паутины, там, как из конопли. Точнее, или что там, конопляные гусеницы, или кто там они. А, нет, кто-то вышел капнет, во. Это я уже все переврал. Так, нам дадут, что нам дадут? Жареную форель. Отлично, чувак, нам форель нужна, жрать хочется. Мы бедные люди, бедные студенты, хотя мы уже не студенты и далеко не бедные. Но скосим под бедных студентов. Так, что, куда нам топать? Нам куда-то сюда. Так, ну пойдем, теневой доход, бабки отдадим. Значит, идем туда. А, зачем мы идем? Мы не идем, мы стоим. Так, чайно. Опа! Оп-оп-оп. О, вот мы и пришли. Отлично. Бесплатная еда. Так-так, и что же тебе удалось раздобыть? Показывай. Проклятие, неужели нельзя было в другой бочке посмотреть? А, здесь же только варенье. Вареные ядовитые железы. Мы и так уж несколько дней только их и едим. Ну, чувак, извини, что было, то принес. Признаю, есть в этом и моя вина. Ладно, придется еще кого-нибудь отправлять туда, только дать указания поточнее. Ясен хуй. Хули ты мне сказал, иди то, понеси то, не знаю что, тому, не знаю кому. Лошара ты. Окей, лох. Кинжал, что кинжал? Кошелек с золотом. Что там дает, какие-то квесы мы даже не почитали. Теневой доход, сдадим. Ага, наконец-то она расплатилась. Трех моих людей за дверь выставила, которых я за деньгами к ней отправлял. Суровая женщина. Ты не думай, Виксик, мы ведь еду мечников не просто так воруем. Во-первых, мы делаем это за деньги, продавая Кэтину еду Элизе. Во-вторых, мы делаем это на благо самих мечников. Ага, то есть спиздить еду мечников на благо самих мечников. Это круто, да, мужик. Это охуенно круто. Теперь вместо того, чтобы готовить сами себе бурду несъедобную, будут вкусно питаться в таверне. Опять же, им будет куда тратить свое жалование. Ебануться вообще, то есть у людей деньги отнимают, жалование, чтобы они тратили какое-то. Да, крутец, они поступают. Говорят, на благо, это говорит, самое главное, это все на благо. Да, мы тебе верим, чувак. А в третьих, это хорошая тренировка для воров. Голодные мечники спят чутко и довольно злющие. Никак нельзя оплошать. Ну да, оплошать никак нельзя. Такс. Окей. Забираем торговый контракт. О, и нам уровень дали. Вот это круто. Так, силу-то, наверное, до 15 догоним. Ловкость тоже побыстрее будем бить. Это у ворот он дает. Теперь она же не уклоняется от удара. А точность что дает? Точность. Влияет на атаку и сразу же повышает меткость. Сила крита. Чуть нифига не повесила сила критического удара. Ну давайте вот так-то вот. Как-то так. Качнем. О! Не ту кнопочку нажал. Мышка улетела. Так, продолжаем. Подготовка к переговорам. Так, ты неплохо справляешься, Виксик, но тебе еще далеко до настоящего вора. Например, ты знаешь, какой самый необходимый предмет во время ведения мирных переговоров? Кинжал! Нож в спину и все. Нет, это не так. Топор. Голову с плеч тоже не канает. Приветливая улыбка. Ха! Идиотом посчитает, ептать. Кошелек. Вот это, бабло всегда рулит, я вам скажу. Эх, а как насчет немного подумать? Яд на любых переговорах желательно иметь с собой и баночку надежного хорошо проверенного яда и противоядия для него. Чем сильнее яд, тем быстрее согласятся собеседники на твои условия. Вот этот чувак дело говорит. Особенно популярно. Надо. Я знаю, как вести переговоры теперь с разработчиками игры. Прийти к ним, налить им яду. А потом сказать, чуваки, делайте нормальную игру. Чем быстрее сделаете, тем быстрее получите противоядие. Все, нам вот, видите, нам умный чувак подсказал умную вещь, как нужно общаться с такими идиотами, как, не знаю, разработчики этой игрушки. Хотя, как я уже говорил, не все идиоты, там большинство умных людей,
и довольно-таки нормальных, адекватных, а остальные, все кретины. Так что, так, особенно популярен у нас яд из корня береговой кошмары. Он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Так что, принеси мне этой кошмарки, а то к нам... Нет, к нам как раз скоро приедет на береговой сам кривой хак. О, хан. Приедет какой-то к ним. Пахан очень приедет, там, братюня такой крутой, там, не знаю, всех пореши, да? Решил он выйти из-под покровительства карателя и быть самим... себе господином. Ну это круто на самом деле. Нужно ему быстро и доходчиво объяснить, в чем он не прав. Да? Окей. Хорошо, я быстро управлюсь. Так, все. Мы поняли, что кто-то там не прав, и надо его наказать. Покарать жестоко. Так, Аска. Искусство убивать наблюдательность. Надеюсь, ты снова замаскировал тайники, человек. Ничего не понял. И во сколько мне обойдется новый урок? 1000 золотых. Ты ебанул, что ли? Ладно, что поделаешь. Нужно уметь скрывать следы своего пребывания. Запомни это. Запомните это. Вот, то есть, все запоминают. А я преподам тебе новый урок. Чем лучше ты узнаешь врага, тем лучше ты убьешь врага. Его слабость — твоя сила. Его сила тоже должна стать твоей силой. То есть, воевать силу его. Типа, мы горец, отрубаем голову и забираем силу. Понятно. Понять это трудно. Да, ничего не трудно. Отрубил голову, забрал силу, все окей. Все правильно сделал. Но еще 3 дня научиться использовать эту мудрость. Но Аска научит тебя. Пусть твоим врагом станут лесные шаманы. Они сильны. Шаманы призывают зверей. Охраняют воины и волшебная маска. Тяжело убить шамана, человек. Но ты будешь делать это до тех пор, пока не найдешь их слабое место. Хорошо, учитель. Хорошо, сенсей. Мы сделаем это. Я сделаю это ради тебя. Так, шаманы. Куда же нам тебе топать-то? Надо куда-то туда топать. Ой, нет, покажет. Шаманов какие-то убивать. Так, ну пойдем сначала кэпа снимем с дерева. Что это за кэп такой? Кэптен Джек. Все. Жалко, телепортироваться нельзя. Как-нибудь так до точки. О, кстати. Пока не добежали, берем грибочек. Грибочки галлюциногенные. О, 7-10, еще немножко и все. И отнесем тетке. Ну что, побежали. Так, а пока бежим. Тут недавно нашел баг. Интересный, с графикой. Сейчас все вам покажу. Опа. И сделал скриншоты. Сюда это дело. Вот он, баг. Вот сейчас мы, как это было. Это было так, выбил я... штанишки. Иду назад, а там чувак подсидит под пека. О, хотел повернуть, но не получается. Ха-ха, это все-таки скриншот. Вон он, смотрите, сидит. Как-то скрючился там бедный. Вот он, вот еще, смотрите. Пека стоит один. И все. Точнее, крок или кто-то такое. А чувак под ним валяется или там, не знаю, что он делает. Вот он, интересный такой баг. О, блядь, нас тут хотят завалить. Волки позорные. А-а-а, прячемся. Давайте уходим. Да, чуть нас было-то не вальнули, пока мы тут скриншот смотрели с вами. Стой. А тебе вот волк нас припас. Ну ладно, на! Так, еще грибочек. Грибочки наши, все. Так, надо полечиться. А то нас тут убьют и ухом не поведут. Все. Халявное лечение — это круто. Хоть это не придумали, не надо сидеть там ждать. Переход в Марагон. Все, идем мы в Марагон снимать капитана. Так, идем. О, деревяшки нам нужны. Нам нужны гусеницы. Пойду получи в спину. Видели, как прикольно в спину убивать? Вот смотрите, заходим со спины. Так, подходим. И такой в спину. Окей. Ну-ка, если убиваем с лица. Все равно убивает так же. Опа. Капли смолы. Во, сейчас мы вот так-то сделаем. Свежая шишка. Набить шишек. А, шишек мы не набили. Ладно. Идем дальше. Правильно, хоть мы идем. Ага, вот слева. Хаулы.
На тебе! Так, я так понимаю, нужны ядовитые катаны, чтоб ядом всех травить. Не могу взять. О, грибочек. Собираем. Отлично, отлично, идем дальше. Так, тут жужи. О, грибов осталось один штук. В количестве, собрать в количестве одной штуки. О, мы видим еще гриб. Собираем. Отлично. Опа. Опа. Так, толстая гусеница, 5-10. Отлично, еще вот этих убиваем. Убиваем. Так. Нужна гусеница. Гусеницу давай нам. А теперь мы делаем так и уходим. Пока нас не убили. Так, надо сделать, чтобы побыстрее бегать в невидимости. Так, а куда я побежал? Не туда, к кузнецу побежал. А, кстати, кстати, у кузнеца, я помню, там продавалось что-то. Ящик с оружием. О! Вот, выполняем квест. Опа, ящик взяли. Смотрим, что у нас тут появилось. Ящик. Кинжал Аски. Прикольно. Прикольный такой кинжалик. Кстати, вот тоже бах. Вот когда делаешь скриншот, вот сейчас я сделал скриншот, видите, зависает. Вот, пустая клетка. Вот, делаем скриншот, и далее все зависло. То есть, соответственно, когда будете на боссах качаться, например, и делать скриншот, то у вас все зависит, и вас тупо убьют. Так что подумайте, стоит ли делать скриншоты. Так, сначала в магазине. Что у тебя есть? За 1800 кинжалы 11 уровня. О, вот надо сейчас бабло еще скинуть. Сейчас мы скинем. Сейчас так и сделаем. Притом 16. Ну, два штуки таких купим. Так, а тут что такое еще? Вот посмотрите, вот как я говорил в прошлый раз. Вот оружие только для воров, мечников, магов. Кстати, ты что, катар огненный, прикольно. Вот, ой, магов, лучников, воинов и рогов, воров. А для магов? Для магов ничего нету. Вот, ничего вообще. Пиздец это какой-то. То есть магов обделили. И говорят, маги-читеры еще какие-то. Какие они читеры, если их так обделяют-то? Так, рукоять для меча. Хех, воруешь немного подзаработать. А, не, вор, не хочешь немного подзаработать? Пожалуй, не откажусь. Не секрет, что природа не наделила хаулов умом и сообразительностью. Хата, эти тупые существа водятся повсюду, от северных земель до жарких пустынь. И все благодаря их шкуре, которая выдерживает и жару, и холод. Смекаешь, а? А, смекаю, чувак, а? Слушай, я смекаю, смекаю. Я их шкуру использую, чтобы обмалывать ей рукояти мечей. Такая рукоять не скользит в руке, не нагревается, не замерзает. Любой воин по достоинству оценит оружие. И если хочешь подзаработать, то принеси мне пару десятков шкур хаулов. Окей. Все сделаем, чувак. Так, нам нужно попугая найти, в клетку-то заманить. Где он? Где-то тут показывался, да? Насколько я помню. Где попугай? Попугай, попугай, сними. О, вижу. Пошли туда. Какой-то улей. Так, ну пошли попугай снимать. А где тут попугай? О, попугай Сильвера, нифига себе. Нереально. Гляньте, реально сидит попугай. Прикольно, повесили его. Не, офигенно вообще сделано. Попугай забираем. Забрали попугая. Вот это вот уже прикольно, на самом деле. Вот сделали. Попугай сидит, взял, так забыл, его уже нету. Так, Влади, зачем я сел? Он сел-то. Так, попугая забрали. Что нам еще тут сделать? Так, пойдемте сюда. Я хочу купить эти катары. О, стоп. А, не берется. Плюс нам надо этих убивать еще, гусениц добыть. Сейчас мы это все сделаем. Хаулов пока не будем трогать. Нам они не нужны пока что. Нам нужны бабки. Сейчас мы еще бабла скинем. Так, едем. Точнее, бежим. Ну что вы, ребята? Опа.
Да, на школе халу не получили. Подожди, а у нас там, наверное, что-нибудь лишнее валяется, ненужное вообще. Вот клык, нам клык не нужен. Идем в школу халу. Черт, рановато. Это я рановато. Так, рог хаула. Нет, это надо повыкидать. Хвост нам не нужен. Это не нужна. Шерсть. Ок, все. О, деревяшечки. Черт, тут зараза. Так, гусеница 6. 7. Так, до сих пор 7. Так, щепки не нужны. Так, две гусеницы осталось. Оп. Так, в общем, будем знать, что еще две гусеницы. О, дверки открываются. О, вот это круто! У нас система открытия дверь. Ворот, вот смотрите, ворота у нас открываются сами, сами ворота открываются. Наша игра лучшая. У нас ворот открывается. Согласитесь, это тупо будет звучать. Так, магазин. Магазин. Вот для магов книжечки подаются. Не айс книжечки, конечно. Так, ну нам магазин не нужен. Только что продать гизнотел. Продадим. 6 хаула нет, пока нужна нам. Отсержу же шмала, смола, то есть. Вот это все продадим. Так, берем квест. Дали долговая расписка. Ого, окей, окей, прочитали. Так, а тут что? Лекарство. Окей, тоже прочитали. Ой-ой-ой. Всё, взяли еще какой-то квест. Так, нам нужны деньги, деньги, деньги. Делаем деньги. Так, ну, на сегодня, пожалуй, все. Стрима хватит. Сейчас мы возьмем денежки, выбор персонажа. Бикс. О, два меча хаоса. Прикольно смотрится, на самом деле. Так, давайте напишем еще. Так, отправим еще 10 тысяч. Скинем. Кстати, у меня тут для вора что-то было. Мах, вор, 41. Класс вор, 26. Отлично. Мах, вор, брюки с клепками. Тоже скинем. Мечник, знаешь, сбойник. Тоже скинем. Так, так. Ну, пожалуй, все, отправить. Что-то я подпростыл. Чуваки с косами. Так, ну, пожалуй, на этом все. На этом уже точно теперь закончим. Все, что хотел, рассказал. Так, 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 так. Кстати, между прочим, вышел патч 2.8, точнее 0.2.8, в котором еще также добавили новую локацию, которая опять-таки никому не нужна. Качаться там, кстати, можно. Можно и даже нужно. Локация такая прикольная. Так что можете прийти и посмотреть. Кстати, между прочим, у инфан теперь можно перемещаться не только в некоторые локации, а даже больше. Вот посмотрите, сколько теперь добавили.
Либо оно открывается это само собой так. Эндополис. Ну, цены, конечно, тут, дай боже, не для мелких телепортов. Кусок мяса. Забираем мясо. О, ПВП, посмотрите. Нифига себе. Что-то падает. Бля, чувак его ухадокал. Нифига себе. Стальная защита. Так, ладненько, все. До завтра. До следующего стрима. Когда он будет, опять-таки объявим в свое время. Сможете посмотреть. О, боже мой, что это за уебище синее. Аватар опять какой-то. Вот. Соответственно, расскажем ему следующие новости, какие появятся интересные. А также постараемся, не знаю, возможно, недельки через две уже открыть базу. Базу, чтобы все могли посмотреть, что и как сделано. И, соответственно, помогать в наполнении базы. Потому что потом, возможно, пригодится вам и всем остальным. Ладненько, всем удачи, всем до встречи. Так, отключаем стрим.